Всем привет. На, Мы завтра матч не с самым принципиальным соперником. Будет, скорее всего, не полный стадион. Может быть, из-за погоды, может быть, из-за того, что именно из-за соперника. Насколько это может повлиять, как вы думаете, на игру? И вообще, насколько это имеет значение играть при полном стадионе у себя дома или же играть там, например, наполовину заполненным? Ovviamente il nostro pubblico ci sostiene sempre, quindi non averlo al completo può essere una cosa magari difficile. Мы дорожим нашими болельщиками, которые всегда нас поддерживают, и не имея полный стадион, возможно, будет немножко не то ощущение полноценности. Ну, sicuramente al di là delle condizioni del meteo che possono influire su questo, noi non faremo come tifosi perché io so che sarà una partita difficile. Конечно же, и погода может на все это повлиять, но я знаю, что нас ждет тяжелый матч завтра. E quindi noi siamo carichi perché dobbiamo vincere la partita. Sappiamo che è un avversario che ti fa giocare male, quindi non è una partita semplice. Мы знаем, нас ожидает завтра соперник, который не позволяет играть в футбол, который мы привыкли играть. Будет сложный матч. Ну а что касается зрителей, полный стадион или нет, то все в ваших руках. Вы можете сегодня написать такие репортажи, что просто люди на подступах будут спрашивать лишний билет. Я хотел как раз об этом сказать, что надо сделать все, чтобы завтра был полный стадион. Он как раз хотел сказать о том, чтобы завтра был полный стадион. Он обратился к журналистам как от дневника фаната. Se poi tanto la cosa più importante aspetta la squadra che deve fare riempire il campo, lo stadio. Quindi. Ну что дело потом в итоге за командой, потому что команда должна заставить стадион наполниться. Спасибо.